Друзья, ну что, пошел у нас уже третий час. А раз он уже пошел, значит, дополнительно к 200 рублям еще 100 рублей. То есть 2 часа, 200 рублей, 3 часа, 300 рублей и так далее. Подносим. Талончик открылся, шлагбаумчик, и мы поехали. Поехали покушать. Побежали. Ну что, по дорожке к Эшелоту покажем вам красоту улицы Парусной. Эти домики были построены тоже к Олимпиаде. Но тут уже для размещения гостей, наверное, и олимпийских сборных всяких. Тем не менее, вырос такой небольшой городок. Сейчас это получается у нас курортный городок для отдыха всех желающих отдыхающих. Так, это у нас гостиница Сириус, по-моему. Редисон Блю. А, это не та, да? Да. Та Сириус подальше. Это Редисон. Редисон, да, поправляет меня. Простыми, не дешевыми. И вот здесь вот местность нравится, с правой стороны пальмочки растут прямо под балконом. И домики все не похожи один на другой. Так, впереди нас добрая, доблестная полиция. Так что во всех уголках, куда не сунься, везде нас берегут. Сначала посадят, потом стерегут. Нет, все-таки догнали мы матрешку. Автобус с раздвижной крышей. Посадил он туристов. И поехали они, походу, на очередную экскурсию. Смотри, какой красивый, 3 пятерки. Ага. Он тут отсаживает еще пассажиров, желающих на экскурсию проехать. И мы его на
такой узенькой улочке проблематично обогнать. А, ну сейчас, наверное, вот он едет, пока он очередную партию принимает. Да, узкая матрешка. Теперь мы впереди. Разъедемся. Это узенькие, вот автобус-то пошире будет. Да. Что? До кашалота остались считанные метры. И будем кушать. Ну вот мы и заморили червячка. Ай-яй, заморили. А точнее, уморили его. Четверых червячков прям наглухо сразу замочили. И едем мы сейчас с вами на пляж Мандарин. Но только мы не на сам пляж поедем. Туда мы пройдем пешком. А постараемся выехать на набережную очень чистой речки Мзынта. Правильно я назвал? Мзымта, да. Мзымта. Мзымта. Ну ладно, что-то так примерно. Поверните. Речка, короче. Речка, да. Там такая речечка. Люди вот стоят прямо на круге, как вот это. На тротуаре стоят. Проедем мы и полюбуемся красотами этой самой речки. Но уж насколько она чистая, вы сейчас сами все увидите. Что самое главное, с этой речки как раз течет вода к этому пляжу. И как вы сами видели, сейчас мы были на пляже на каменистом. Волна очень сильная и сбивает муть. Сейчас посмотрим, как дела обстоят на пляже городском Мандарин. Вот тут тоже есть столовка, но что-то народ-то нет, никого. Да. Машин-то нету. Улочки здесь узенькие. Улица Станиславского. Мзытминская. А это вот, наверное. Мзымтинская. Мзымтинская. Поверните направо на улицу Станиславского. Вот Станиславского более уже подходящее. Поэтому у меня язык даже ломается, вы говорите. Поэтому я ее буду сразу называть. Просто едем на речку, на набережную речки. А по ней мы пройдем через мостик, как раз перейдем. И да, надо взять хлеб. У нас там лежит еще. Это как раз рыбок покормить. Если мы там их разглядим в этой речке. Да, ну если не рыбок, то чай. Отель Мандарин. Так. Через 100 метров поверните налево на набережную улицу. Повернули. И уперлись сразу в такое яркое солнышко. Мы будем надеяться, что сейчас мы найдем места, где встать, чтобы нам дальнейший путь. Путешествие пройти пешочком, никуда не спеша, все вам хорошо показать, рассказать. А, да, здесь, в принципе,
блядь, что-то машин мало, да? Раз, а тут, оказывается, эвакуатор работает. Вот она уже справа от нас. Это до конца маршрута осталось 100 метров. Речка Горная. Я не знаю, попробовать поближе подъехать. Но не здесь. В прошлый раз мы здесь встали у выхода. Да, здесь. Тут выход там как раз. Там мы спинали всю машину. С пляжа люди идут через этот выход. Попробуем поближе подъехать. А здесь прям парковка для каршеринга, видишь? Вот справа было. Да, место. Самокатов тут нет, оставили. Нет, там далее. Проехали уже. Сейчас попробуем как можно ближе подъехать, как можно ближе. Здесь вот тоже проход. Тоже не будем загораживать. Все стараются подъехать ближе, но не всем хватает места. Да, приехали. А где машину припарковать, подскажи? Да. А за нами дедок. И где мы тут? А вот, вот, если там самокат какой-нибудь не стоит, то как раз для проход нас может. Может и проход. Нет, как раз для нас местечко. Давайте, ребятки, выходите, а я припаркую как можно ближе. Друзья, ну что, припарковал я наш космолет на набережной. Теперь уже, как говорится, обожгешься на воде, дуешь на молоко. Или наоборот, обожгешься на молоке, дуешь на воду. Как-то так. Блин, уже думается, вроде бы знаков нет. А вот она, набережная как раз реки. И рыбка здесь у нас. Так, здесь сессия проходит, фотосессия. Долго целитесь? И что вы прицелились? Ух ты! Какая бурная здесь горная речушка. Ну, в такой мути мы, конечно, рыбок не разглядим. А вот чаек можем покормить. Сейчас попробуем с моста вон покидать им хлебцы. Да, попозже. Да, течение здесь разделяется на два направления. Одно идет здесь и уходит в море, а другое по другой стороне. И тут как остров получается. Вон они где сидят, все птицы. Да, не сбегать ли мне туда к ним, не позвать ли их сюда. Да, впереди вдалеке уже светится мандарин. Я видел рыбку. Да, слушай, вон они, рыбки-то плавают, но в такой муте. Сейчас объясню.